Добрый день, дорогие друзья! С вами Махина Ирина, лидер компании Faberlic, участник проекта Faberlic Online. Рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. И сегодня я вам покажу свой обзор по каталогу номер 16, который действует с 4 по 24 ноября. Если вы до сих пор еще не зарегистрировались и не новый покупатель компании Faberlic, то вы можете получить вот такой подарок за регистрацию. Регистрация у нас бесплатная. Вода от Валентина, парфюмерная вода от Валентина Юдашкина на выбор. Если это вам интересно, то ссылочка внизу для регистрации под видео. Так, сначала я вам быстренько покажу заказ. То, что ранее мы видели, а потом новиночки каталога номер 16. Так, это у меня заказал клиент. Дезодорант для интимной гигиены препятствует появлению неприятных запахов. Это из серии Эксперт Фарма, код 1628. Вот так, вот такой тюбичек. Так, 175 миллилитров. Так, далее. Тоже из серии Эксперт Фарма. Это размягчающий крем-компрессор для ног. Код у него 1696, 50 миллилитров. Я им пользовалась. Так, мне сегодня отсвечивают. Вот. Я им пользовалась, да. Он размягчает пяточки. И хороший крем, я рекомендую. Сама я пользовалась им. Далее, два дезодоранта для чувствительной кожи. Вот таких. Так, код у нас 8846, 50 миллилитров. Вот такие два флакончика. Вот. Далее, от клиента, это из серии Эксперт антицеллюлитный крем Скульптор. Вот такой вот он. Я им пользовалась. Мне он понравился. Своими функциями он исполняет артикул 1080 и 150 миллилитров тюбик. Вот такой вот. Ну, тут все запечатано, ничего показать не могу. Далее пошел мой заказ. То, что я себе заказала домой. Это у меня закончились салфетки влажные, универсальные, 30 штучек. Код 11550. Очень они мне нравятся, поэтому я постоянно их заказываю. Останавливаться не буду. Следующие салфетки. Это для экранов и мониторов. Код у нас тоже 11249. Ничего плохого сказать не могу. Тоже видно, что 30 штучек. Вот. Дальше, что я себе заказала. Это то, что у меня закончилось из серии Дом Faberlic. Это универсальное средство для ванных комнат. Код 11220. Со своей функцией справляется. Я уже говорила в пустых баночках, что удаляет и грязь, мыльные разводы, водный камень, отложения, ржавчину и устраняет неприятные запахи. Средство хорошее, я всем рекомендую. Далее. То, что я заказывала уже, это шарики для устранения запахов. Я ими постоянно пользуюсь в холодильнике. Код у них 11160. Мне вот их идет в комплекте 3 штучки. Мне он нравится. Как бы у меня таких я. Так, мне его, наверное, сейчас не открыть, не показать. Но вот там в шарике какое-то средство, потому что там брякают. И вот. Не знаю, на продукт он не распыляется, как бы такого сильного запаха от них нету, но и неприятный этот запах из холодильника убирает. Далее. Заказала я для ног серию нашу про ноги, потому что у меня все почти закончилось, там осталось совсем немножко. В этот раз я взяла маску для ног. Так, она у нас идет алоэ вера. Так, код у нас 2155.
Интенсивное увлажнение. Маска для ног. Давайте посмотрим. В принципе, для себя я купила. Значит, можно посмотреть, как выглядит эта масочка. Так, вот на такой защелочке, чтобы было тюбик не этот. Так, теперь мне надо... Вот. Вот такая белая маска. Приятный аромат. Ну, этой серии вообще приятный аромат. Мне нравится. Думаю, что ножкам будет хорошо. Да, приятная такая масочка. Будем пользоваться. Так, далее. Из этой же серии про ноги. Это бальзам для ног. Усталые ноги считаются. Охлаждение и релаксация. Ментол и арника содержится. Так, код у нас 2159. Не пробовала я, не знаю. Так что давайте тоже откроем, посмотрим. Так, здесь другая защелка. Тут пленочка закрыта. Вот видите, я при вас открываю. Ну, тоже такого же цвета белого. Ничем не отличается. Вот. Так. Ну да. Такой ментоловый. Как раз, наверное, для уставших ножек будет хорошо. Попробую, потом в пустышках расскажу, что и как. Вот. Дальше мы идем. Что я еще купила? Для себя первый раз взяла тоже Дом Фабрилик. Это средство, чистящий крем универсальный. Все его хвалили. И вот, наконец-таки, я тоже себе его взяла. Код 11253. Так. Что у нас? Он эффективно чистит поверхности на кухне и в ванной комнате, придает блеск и облегчает последующий уход. Ну, такой лимончиком пахнет, прям лимон. Лимон-лимон. Ну, нет, тоже такой белый, видите, цвет. Я думала, прозрачный будет. Даже с какими-то... С крабиком с каким-то. Это вот первый раз я заказала. Будем пробовать. Дальше. Заказала себе вот такую я салфетку универсальную. Тоже отзывы посмотрела у девочек, что все хвалят. Решила себе тоже взять. Так, давайте посмотрим, что это такое. Это салфетка универсальная из микрофибры. Легко удаляет пыль, очищает и полирует. Прекрасно подходит для любых поверхностей. И что дальше она у нас? Так, можно использовать в сухом виде. А если вы ее решили какую-то грязь убрать, то необходимо просто намочить и сильно отжать, чтобы была чуть сухая. Ну, полувлажная, вернее, надо сказать. Код 11031. Первый раз взяла, попробую, потом расскажу. Так, еще раз забыла сказать. Взяла, конечно же, пробнички, пятновыводитель, отбеливатель, порошочки для своих любимых клиентов. Всегда люблю дарить подарочки. Вот. Но это не все, это просто я вам показываю то, что есть. Начнем, наверное, с детской серии. Монстры. Ребенок у меня увидел, и вот он ему захотелось. Так, первое, что я ему заказала, это ланчбокс. Вот такой вот он. Веселенький, прикольненький. Сейчас мы с вами посмотрим его. Он на защелках. Вот тут вот так вот расстегивается с двух сторон. Крышечка. Здесь у нас специальное крепление для ложечки и вилочки. Так, сам контейнер 450 миллилитров. Ну, тоже можно убрать вот этот. Вот этот контейнер, он идет на 150 миллилитров. Тоже открывается, все с крышечкой. Все, как бы, тут можно что-то там ребеночку положить. Даже пошли на какие-то занятия, ему тем более
пятый год, скоро начнутся занятия, и мало ли какой-нибудь перекус с собой взять. Очень удобно. Ложка, конечно, с вилкой я долго открепляла, но смогла в итоге. Вот такая ложечка у нас получается. И она обратно прикрепляется, защелкивается. И также вилочка. Вот такая вилочка. Мне кажется, такой прикольный. Это вот из серии «Монстры». Так, и обратно все защелкиваем. Для него есть... Ой, как его называется, сейчас я скажу. Термосумка для него есть, но я что-то не заказала ее, не знаю. Вот, сейчас код расскажу все. Так, ланчбокс из коллекции «Монстры». Код 11799. Размеры 14,6 на 10,7 и 6 сантиметров. Вот маленький, а маленький контейнер это 9,7 на 6,2 и на 3,8. Материал у нас полипропилен полностью. Вот. Это вот про этот я рассказала. Дальше, что я ребенку заказала. Это же я заказала ему рюкзак серый, который идет из серии тоже «Монстры». Эсочка. Вот так вот он выглядит. Он прикольный. Мне он уже понравился. Я думаю, что ребенок тоже у меня будет доволен и счастлив. Вот так, вот такой ширины он. Здесь 10 сантиметров. Так, 26 и 25. Я так думаю, что вот так вот 26, а вот так вот будет 25. Что еще прикольно? Здесь ручки регулируются. Сзади у нас идет ткань сетка, такая мягонькая. Давайте посмотрим. Спереди у нас кармашек, такой вместительный кармашек. Прям, если взять наш бокс, вот сравнить, так вот. Так вот. Здесь у нас логотипчик Faberlic есть. Здесь прикольный такой помпончик. Здесь ручка. Все прошито качественно. Смотрите. Вот. Далее. Здесь у нас один глаз, потому что монстр. Здесь у нас двойной замочек. Можно или в одну сторону открывать, или просто одним замочком туда-сюда. Вот он такой вот получился. Он такой вместительный, скажу. Даже обувь там влезет и книжечки какие-то, если мало ли с ребенком на занятия идти. Далее здесь есть еще один кармашек внутри. Сейчас я вам покажу. Вот так вот, вот видите, вот он кармашек на молнии. Вот туда влезает у меня прямо так вся рука. Вот. Ну, ребенок придет, сделаю видео, как на нем это все будет. И здесь покажу. Выложу на видео. Ну, вот такой вот прикольный, веселый рюкзачок. Код у него 11893. Вот, как раз, я думаю, что для малышей, для моего, он вот самое то. Так, дальше для ребенка, что я заказала. Это полотенце, тоже из серии «Монстров». Вот такое оно. Да, 140 на 70, 100% хлопок. Он такое веселенькое. Такое вот. Здесь тоже. Если у меня рост 160, мне хватает, вот я вот так вот. От пола у меня вот до сюда мне было. Так что полотенце огромное, большое. Код у него 11807. Вот такое прикольное полотенце для ребенка. Возможно, если получится фотографию с ним сделать, то тоже выложу здесь. Дальше, что мы из новинок заказали. Заказала вот такой прикольный брелочек. Не знаю, правда, кому. Серия Faberlic написано у нас тут. Он такой прикольный, мягенький. Не знаю, может, себе оставлю, может, машину мужу на ключи. Не знаю, ну, прикольно, захотелось мне взять его. Вот такой из искусственной этой шерсти он.
Так. Фу, шерсти, меха, надо сказать, простите. Код у него 600-511, брелок из искусственного меха, цвет черный. В таком, вот такие же есть в цвете сером и в белом. Ну вот я что-то решила взять черный, потому что грязи не так видно. Вот, и такой вот он прикольный. Вот. Так что, не знаю. Кому нравится, тоже можете заказать. Мне так он понравился, не знаю. Прикольная штучка. Как маленький ребенок. Так, дальше. Дальше пошли новинки для меня. Это я заказала себе. Сейчас я вам скажу. Форма для салата треугольная. 8 сантиметров по стороне и 4 сантиметра высота. Вот. Наконец-то что-то я успела из новинок взять. Вот так он выглядит. Хорошая, прикольная штучка. Состав у нее, сейчас я скажу. Нержавеющая сталь. Вот такую штучку я себе взяла. Так, скоро тем более праздники, там новогодние и всякие. Вот. Тоже из серии Дом Фаберлик. Вот даже там на треугольнике не заметила. А здесь вот он видно, написано Дом Фаберлик. Круглая. Она идет в диаметре 7,8. Ну, тоже почти 8 сантиметров. И вот 4 сантиметра высотой. Так что салатики можно красиво теперь сервировать на столе. Так, сейчас по коду скажу. Круглая. Это 11,877. А по размерам я сказала. Нержавеющая сталь тоже. Так, а треугольный, не помню, сказала, не сказала. 11,878. Все мелко тут, конечно, написано. Но если что, артикулы подправлю там и напишу. Дальше. То, что мне не досталось когда-то там, тоже из серии Дом Фаберлик. Это мини-терка. Были оранжевые, теперь появились красные. Я рада. Вот, смотрите, Дом Фаберлик. Теперь у меня тут будет тоже своя мини-терочка. Я все хотела оранжевую, никак не получалось. Вот. Все так удобненько. Здесь снимается, сюда накладывается. Здесь нажимаем и делаем. Долго думала, разбираться, не разбираться, простите. Здесь есть такая защелочка, вот она. Просто на нее нажимаем, это все снимается легко и, соответственно, моется. Вот такая. Так что у меня теперь тоже такая есть. Не оранжевая, правда, а красная. Ну, я рада. Так, дальше идем. А, код не сказала. Так, мини-терка. Это у нас 11802. Размер 14 на 5 и на 4 сантиметра. Нержавеющая сталь и пластик. Вот, это такая новиночка. Дальше новиночка у нас идет для кожи. Так, называется Биомика. Вот он. Взяла себе я мусс-крем для умывания. Вот, с пробиотиком Актибиом. Ни разу не пользовалась. Вернее, это новинка. Вот решила попробовать я. Так, я подсказку посмотрю в каталоге, потому что я не знаю. Так, содержит натуральный пробиотик. Актибиоме, богатый аминокислотами и микроэлементами. Он идет для очищения. Там 3 средства, и все они подходят для всех типов кожи, включая и чувствительную. У меня кожа комбинированная, ну, где-то сухая, возможно. Ну, я решила его попробовать. Вот, защищает от вторжения инфекций, поддерживает активность иммунной системы, баланс микробиома определяет внешний вид и состав кожи. Так, давайте мы его, наверное, посмотрим, откроем, потому что... Так, он у нас зафольгирован. Вот, пожалуйста, смотрите, фольга. Вот, видно. Так, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Так. Так, тоже такая белая масса. Ну, легкий какой-то аромат чего-то есть.
Но не навязчивые, приятные. Так, сейчас посмотрим, как на коже будет. Для умывания, наверное. Так, вот. Ну, распределяется так хорошо. Ну, приятный, очень приятный аромат. Очень такой приятный. Мне нравится. Так, далее. Новинка не этого каталога, а прошлого, по-моему. Мужу заказала я термофутболку. Вот, черный вид такой. Заказала XL. Постараемся примерить, и фото я, если что, выложу здесь, как бы, чтобы посмотреть, как это на нем будет. Вот, сейчас расскажу. Так, на ощупь приятная, вообще приятная. Думаю, что если как раз будет, то мы себе ее оставим. Артикул 84-00-31, футболка с длинным рукавом мужская, модель ТУ-200, размер XL, цвет черный. Состав 74 вискоза, 18 полиэстер и 8 эластан. Вот. Даже гарантийные сроки есть 30 дней, если что. У нее, вот у этой кофточки, вот термобелья. Так, далее. Так как я вышла на VIP-консультанта, то я себе заказала корейскую, из корейской серии, вернее, гель-крем для лица. Про него уже многие все рассказывали. Код у него 0854, а так как 70% скидка, почему бы и нет? Поэтому я себе заказала, чтобы себя порадовать. Легкий гель-крем, ставящий шелковистой текстурой, подарит мгновенное ощущение свежести и обеспечит максимальное увлажнение твоей кожи. Так, что у нас? 50 миллилитров. Так, водоросли нам образуют неощутимую, но надежную защитную пленку, которая удерживает влагу, одновременно смягчает и питает кожу, восстанавливает защитный барьер, нормализует водно-солевой баланс и насыщает кожу энергией. И экстракт березового сока способствует снижению покраснений и к борьбе с пигментацией, и увлажняет и возвращает коже сияние. Как раз у меня есть пигментные пятна, и значит, он мне должен подойти. Я рада, что так заказала. Так, вот так закрыто у нас. Открываем. Ну и такая гелеобразная, как уже все видели. Ой, как приятно. Пахнет прям такой. Ой, прям растворяется прям на руке. Так вот впитывается в кожу. Вообще приятно. Приятный. С удовольствием буду пользоваться. По-моему, я ничего не забыла и все вам показала. Так, конечно же, мне пришел новый каталог, который будет действовать у нас 25 ноября. Вот такой он красивый, красочный. Я уже посмотрела, какие будут новинки. Кому интересно, могу показать потом обзор по новинкам каталога. Хотя бы так пролистать, показать, что там есть. Вот. Ну, подарок уж не буду показывать. Пока на данный момент у нас подарок новому покупателю — это вода от Валентины Юдашкина на выбор. Так что, если вы еще не зарегистрировались, то добро пожаловать в мою команду. Ссылочка на регистрацию внизу. Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх. Рада, что посмотрели мой обзор. Приходите еще. Всем пока-пока!